Что делать, если у вас вы не можете выбрать точки? Вы нарисовали, например, пером какую-то линию в иллюстраторе, и теперь даже при помощи Direct Selection оно не выбирается. Запомните простое сочетание клавиш Ctrl-H или Command-H. Если вдруг вам так сложно найти его, да, то вы всегда его найдете вот здесь через просмотр, это View, и вот оно, показывать границы. У вас тут же начинаются показываться точки, и вы можете с ними работать. Еще раз. Ctrl-H, Command-H, либо просмотр, и вот она, спрятать границы. И все точки у вас опять в рабочем состоянии.